Идем, впереди еще столько интересного. А здесь у нас большая площадка, много свободного места. Можно делать, что хочешь. Давай поможем генералу Шеру разобраться с новенькими жуками. На луг прибыли новые жуки. Их необходимо построить и отправить к месту постоянного пребывания. Но строиться они умеют только по алфавиту. Поможешь нам построить жуков в алфавитном порядке? Для этого нужно взять следующего или предыдущего по алфавиту жука и поставить в строй. Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем! Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй! Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй! Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй! Жуки построены! Шагом! Марш! Вот прибыл еще один отряд! Их тоже нужно построить. Приступаем! Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем! Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Ой, постарайся быть поточней. Попробуем еще раз. Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем! Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Отлично! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Вот прибыл еще один отряд. Их тоже нужно построить. Приступаем! Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Правильно! Давай поставим еще одного жука в строй. Молодец! Давай поставим еще одного жука в строй. Жуки построены. Шагом! Марш! Отлично! Мы справились! Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.